Встретились как-то грузин и армянин в Москве. Здравствуйте. О, здравствуйте. Ой. Я заработаю все деньги, сказал армянин. На, продай. Я соблазню всех женщин, сказал грузин. Алло, Ларису Ивановну хочу. Прошу суд применить меру наказания в виде 2 лет лишения свободы. Сказал прокурор. С ума сойдешь, я так думаю. Сказал режиссер и снял про это комедию. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком постою. Мимино, 2 июля в 21:15 на телеканале «Самара ГИС».